Члены партии «Единая Россия» и ее сторонники поздравили с наступающим Новым годом детей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. 8-летнюю Кристину воспитывает бабушка, живет семья весьма скромно. Поэтому подарки к Новому году – это большая радость для девочки. Кристина увлекается изобразительным искусством и мечтает стать художником. Поэтому просит у Деда Мороза краски, кисти и бумагу для рисования. Партия к ней приедет еще раз уже не с новогодними подарками, а уже привезет подарки, уже помощь, вот, чтобы она занималась и бумагу, и какие-то и акварельные краски. Поэтому «Единая Россия» всегда рядом. А доброта, отзывчивость, они нужны людям каждый день. Сторонники и члены партии «Единая Россия» проводят предновогоднюю акцию уже 2 недели. Их поддерживают участники «Молодой гвардии». Они помогают формировать пакеты с подарками. За это время активисты поздравили с наступающим Новым годом уже около 100 семей. Это не только дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, но и другие категории населения, которые нуждаются в помощи. В канун Нового года, как Дед Мороз и Снегурочка, сторонники «Единой России» вместе с членами партии «Единой России» ходим по квартирам. У нас есть специальный список, список деточек, которые находятся в трудной жизненной ситуации, семьи, которым нужна помощь. Поздравления и подарки с наступлением Нового года не закончатся. Активисты планируют провести рождественскую акцию. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».